Здравствуйте, всем привет, всем ребята, дамы и господа. Сегодня 2022 год, 19 августа. Мы с милой любимой, с Катенькой Катюшей, с батеньким. Мы шашлыки вот так получились, короче. Хорошо здесь немного маринованные они. Вот да, это. Не чувствую. Ой, было. Вот возьмешь где-нибудь? Раньше, помнишь, когда он? Давно. Да. Одна сорта. Очень соленая. Вот. Тут главное маринаде дело. Слушай, не надо кушать. А я в мисков брала маринад. В миску. Милая, расскажи мисков. А что там, жопа? Говядина. Сторис с говядиной у меня. Да, что как я ее выкинула. Да, видела. Брали. Мы не в мисков брали. На рынке выбрали. Дело мяса. Дело мяса. Дело мяса через дорогу. А, ну это совсем другое. Не, ну я видел, что ты просила. Вспомнил, мисков это другое. Там так ужасно выглядело. А оно, знаешь что, оно заветренное было полностью по краям. Полностью уже. Оно было прямо как пластмасса, знаешь. И от него запах такой, я нюхаю, и меня аж фу. Ой, Ира, а ты знаешь, что уже много в Японии магазинов без продавцов? Там роботизировано очень много. И много технологий в Японии, которые, например, дорогоукладчики в дороге. Машина едет, укладывает. У нас такого, наверное, не будет еще лет 10. Например, дом, смотри, дом, огромный дом строит крюк. Сидишь, человек сидит за пультом, он вот так тут ставит, наливает все, тушу делает. Огромные дома по чертежу. Удобно. Делает круг. Тушу. Просто человек сидит и смотрит, а у него по плану так. Тук-тук. Вот такие, короче. Вот, даже человеку не надо строить. Нет, это и не надо укладывать. Ты едешь, он сам тук-тук укладывает. Ну, я так там сыграю. А у нас, получается, в России эти технологии еще ого-го сколько. Да, конечно, ее не будет. Вообще их лет 20 даже, а не 10. Ну, почему? Я 10. Ой, скажем. О. Еще ну сейчас еще нажарим, что ты? Что-то я люблю есть. Надо это еще солнце. Любишь есть? Ой, песня такая. Про. Давай для аппетита песню нам. Мясоежек. Я мясоежка, я мясоежка. Я люблю мясо повсюду и всегда. Соленое, копченое, вареное мясо. Я мясоежка. Я мясоежка, люблю я мясо повсюду и всегда. И копченое, вареное, сырое и свиное, и говяжье, куриное, копченое. Люблю я мясо на столе, под столом и в чашке, в кастрюле, на лопате и в ведре. Потому что я мясоежка, я ем мясо везде, повсюду и всегда. И в лесу, и в городах, и в больших лугах, полях. Люблю мясо я. И в лодках, самолетах, и в больших машинах. Потому что мясоежка. Люблю я на лопате, и в ведре, и везде. Как песня? Я все время люблю свой. Ты же видала по своему видео. Я все время. Огород. Я все время с огородом занимался. Любил. В жизни. Просто я вырос в своем доме. Вот эти, которые сейчас технологии, Черногорские, они наоборот самые нормальные для меня. Черногорские вырос. Ну, это самое нормальное. Я знаешь, сколько технологий хочу? На квартире у Дениса на земле родился? А они тоже не квартиры, они недавно переехали. Знаешь, такой мачо был бы с тобой рядом. Ой. Садишься в такую штуку, а у меня деду 70 лет исполнилось в августе. К телу робота ты выбираешь вид какой, например, вот скопировали вид кого-то там, Гаязова. Например, какое-то отличие. И вот, и там, например, вот так там бы отличие роботизировано. И больше одним, вторым, третьим. Нет, вы не... Чего? Просто вы же тоже в квартирах жили. Нет, я не хочу на земле жить вот с этим углем, с этим топить. Возня тоже. Да, ну зато плюс вода есть. Сейчас у нас на целую неделю воду отключают. Не, даже на земле живешь, воду тоже бывает отключают. А знаешь что, Ир, иди сюда. Сейчас, подожди, ну видишь? Да нет, я могу отсюда тебе сказать. Насчет воды. У нас, короче, копали дороги и задели водопроводную трубу. И на неделю не было воды. Задели краном и разорвали ее. Вот и воды всегда. Нигде воды у нас не было по всем улицам рядом. Разорвали краном. Когда мы делали, кого там делали? Дороги? Что-то прокладывали и разорвали краном трубу нашу. Не нашу даже, а середину улицы, и вся улица. История про воду. С Денисом собираемся улетать в Новосибирск сегодня вечером. Ну, я думаю, утром мыть не буду. Именно. И думаю, ну, в обед помою, соберу, знаете, вид себе приведу. И подхожу такая, включаю воду горячую, а ее нет.
Да, я хочу позвонить Джек, а там у них обед. И да. Я досидела, не перебивая, дождалась до 2 часов. Звоню, а у нас, короче, у кого-то батарея лопнула и побежала горячая вот эта вода. А у нас и холодной не было. И перегрели с 1 по 14 квартиру, я в 5. Более же висит, горячая идет, и она греется. Ну, я знаю, я сам это устанавливать могу. И, вот, если нету холодной, то и горячей не будет. Ну, это понятно. Ну, на холодную на один день выключат какого... Ну, какого-то на неделе даже отключите холодную и горячую. Надо в ванной набирать воду. Ну, вот сейчас со следующей недели будем в баньку ездить мыться. А у нас душ был. Там не наберешь же в душе. Почему? В душе-то тоже может. Там же есть вот эта вот раковина. И, вот и как будешь мыться в душе, набрал воду в раковину? Так нет. Стоп. Зачем мыться? Ее отключают на день. То есть там с 8 утра до 5 до 6 вечера. Милая, надо мыться, а не просто воду пить. Да ты смотри, ну вот эту воду наберешь, чтобы в туалете смыть, например. А мыться-то ты вечером помоешься, холодно уже включат вечером в 8 вечера. Милая, надо проснулась, сразу мыться. Ну я тоже сразу моюсь. Ну нет, у меня сейчас каникулы, сейчас не сразу моюсь. А, вообще не моешься, сколько не... Я сегодня вообще-то помылась, в 2 часа пошла мыться. Ну вода есть, ладно. Да, да, правильно, каждый день, девочки. Я каждый день моюсь. А когда в Кинли был, а Кинли такой парень, короче, Кинли, он на Epic Fighting был. Mm-hmm. Сейчас рассказываю, все тихо, я рассказываю. На Epic Fighting. Он позвонил и сказал, а знаешь, ну и Жириновский говорил, Жириновский, кстати, еще до этого он говорил, там на видео, там все. Нужно мыться максимум 3 раза в неделю. Mm-hmm. Ты смываешь защитный слой, который тебе... А как в древности? Не было. Ну это древность. Люди были защищены. Стоп, давай вспомним не древность. Вот 19-18 век. Да. Люди не мылись почему? Про грязную Европу? Да, ну ты же знаешь, что я рассказываю. Да я не про это говорю, я говорю, Ирина, друг наш. Блин, а я реально не знала, правда. Ну, а тебе хватит выпить. Я же, видишь, была биохим, ага. Я же биологию изучала, химию, вот это вот все. И мы это проходили, вот почему но. Люди, да, например, вот не мылись, да, вот это все. Дуки изобрели из-за этого, потому что там еще были по вот этим всяким штукам, типа, нужно мыться 2 раза в жизни. Ну, когда родился и когда умер, да. И была такая ситуация одного короля, когда он выпил пьяный, его помыли, всех казнил. Зачем его помыли? Он был полностью бешенцем, всех казнил, кто его так помыл. Духи были созданы именно для этого. Угу. Не было существования духов до грязной Европы. А знаете тоже еще про грязную Европу? Одна из королев, то ли Екатерина, то ли кто. Короче, вот этот носогубный треугольник у нас есть. Она, короче, выдавила прыщ и умерла. Что типа тут самое такое опасное место, то, что. Они уже снимались, понятно, все там. Ну и нет, и что тут самое болючее место выдавил, и все. И а я вообще... даже косметологи говорят, что нельзя тут давить. Да. Правильно, что все. А ты мне везде давишь, я устаю. Я тоже делюсь, но будет, я только вижу, мне так хочется выдавить. Я же расскажу. Смотри, когда я просыпаюсь, я еще не проснулся, вот, давит вот здесь. Она и даже я лежу прямо, поворачиваюсь налево и пролезет через подушку вот так, не прямо, а вот так. О, вот у него спрашивают, такая же фигня. Вот так, прямо на голову ложится, а чтобы вот так. Это один прыщ, один поцелуй, а мне хочется. Да. Порози тогда, вот тут вот тут все замазано было. Это я прыщи давила. Нет! У парней, кстати, вот смотри, до 30 или до 40 лет, наверное, буду. Ты чуть ли не до 40 эти прыщи. Да. Да, минус с этими мужиками. Соль надо? Да, я же в компьютерные игры играл, примерно понимаю, что как, что стрелял. Вот. Вкусный чай, молочный лун, обожаю. О, лун? Мы где-то взяли, брали с собой чайничек луна. А, уже все готово? А. Сейчас еще одна партия осталась. Покажи вот так. О. Ой, у тебя, переверни, покажи ребятам. Кабачки у нас... Это мелочи жизни, он так вкуснее будет. Да? Ты сам будешь его жевать? Ну, просто углей мало, видишь. На тряпочку. О, давай я спрошу, вот, например, что, редко массаж делать тебе, да? Да. Почему? Почему? А я понимаю, почему, потому что руки болят потом. Ладно, дальше. Что еще? Что еще спросить? Так, это булочка моя, давай, на, держи, я сам напробую. Я не буду это спрашивать, дальше. Спрашивай. Вот эту держи, вот эту держи. Так. Спрашивай. А что ты хотел? Ответим на все вопросы. Честно, я сам не знаю, просто так. Что-нибудь, какой-то вопрос жизненный. Абаканта хорошо видно.
Но все равно он смоки каком-то, или это как дождь идет. Так что, ребятки, всем хорошего настроения, всем пока, это вторая часть, короче, шашлыки на природе, кайфу.